на Майдане на Залежности рухнула часть перехода. Ну, не весь переход рухнул, а как бы крыша рухнула. Вот видите, что это все, что оттуда полетело вниз. Сейчас посмотрим. Вон, а там уже убирают вот снизу. Сейчас зайдем с другой стороны, посмотрим. Приехала машина МЧС, и там снизу уже убирают то, что произошло. Сейчас зайду с другой стороны, покажу, что там было. Но, насколько я знал, то упала часть потолка в переходе. Сейчас увидим.